Так. А, здесь лизун, я и забыл про него. А, наверху что ли? Получи. А, все-таки цапнул. Ладно, мы, у нас уже опасно. Так, почему он здесь не поворачивается? Так, труп. Ну, пришло время взять аптечку. Чё-то у нас уже сразу тут... Почикали. До босса опять дойдем без аптечек, но опыт уже есть. Так. А, я вышел. Не хотел я выходить. Надо сейчас в сторону сразу убегать и мочить этих жмуриков. Да, и отдача от этого пистолета сильная. Заряжайся. Все, да? Так. Попали в тюрьму. Получается. Здесь у нас закрыто, по-моему. Да. Идем в офис. О! О-о-о-о! Ты так близко появился, что-то. Даже что-то не ожидал. Что ты будешь делать? Косой какой-то. Готов. Все, отлично. Жалко, здесь руки-ноги не отрывает зомбакам. Было бы прикольно. Возьмем ключик от камер и почитаем документ. Дневник начальника тюрьмы. 20 октября. Сегодня вы получили ответ на ваши сообщения об инциденте, когда на днях 20 подопытных свинок совершили самоубийство. Кажется, у штаба нет никаких подозрений. Они говорят, что планируют добыть новых подопытных очень быстро. Теперь уже очень поздно, но я начинаю сожалеть, что я послал ложное сообщение об инциденте массового самоубийства, когда это было фактически массовое спасение. Однако, пока я остаюсь в этом городе, если...
Если я посмею выступить против управляющего Винсента, это означает смерть для меня. Я никогда не забуду чудовищную улыбку Винсента, когда он стрелял в мальчиков, которые пробовали сбежать из тюрьмы той ночью. Это выглядело так, будто он убивал насекомых. Управляющий Винсент действительно очень хладнокровный человек, каковым он является не только по слухам. Он настоящий убийца. Я нахожусь в положении, в котором я должен сообщить правду штабу, но я также боюсь управляющего Винсента. Я не знаю, что делать. Перевод набросан на бумажке, я что-то даже свой почерк не могу разобрать, короче. Так, снова ожившие мертвецы. Так, убегаем. Чай, фашист, гранату. Всем сейчас бошки прошибаю. Отлично. Так, тут еще не забыть забрать ружье надо будет. О, привет. Да, отдача пистолета нехилая. Ничего нету. Вот, голожопики. По-моему, сзади еще. Целимся тебе в голову. Так, понятно. Дневник юноши. Дневник заключенного в тюрьму мальчика. 5 сентября. 16 дней прошло с того дня, когда я был похищен мужчинами в черном на улице Конго и был доставлен сюда. Сначала я не понимал, что случилось, но постепенно узнал правду о том, что происходит в этом городе. Мы, кажется, заключены здесь, чтобы служить подопытными свиньями для медицинской компании с названием Umbrella, корпорация Umbrella. Все жители этого города являются работниками Umbrella. А женщины и дети членами семей служащих. Подопытные свиньи, кажется, собраны со всех континентов. Парень в соседней комнате из Китая. В комнате перед моей из Бразилии. Остальные русские и японские. Это похоже на всемирную выставку. Странно, что все они примерно моего возраста. Самому младшему 16 лет, а самому старшему 19 или 20. Те парни из Umbrella иногда водят нас в галерею или что-то наподобие клуба. Таким образом мы можем расслабиться и снимать свое напряжение.
но я не позволю им обманывать меня. Я сбегу из этого места, независимо от того, каким образом мне придется это сделать. Я должен, так или иначе, самое важное сейчас собраться все вместе, для того, чтобы совершить задуманное. 10 сентября. Недавно другие подростки вели себя странно. Кажется, они помещают что-то сверхъестественное в нашу пищу. Я иногда тоже теряю сознание. Я должен быть осторожен. 21 сентября. Я не могу поверить. Одного из моих друзей, Чина, из соседней комнаты увели на фабрику на горе. Я уже не думаю, что он вернется. Его ожидает та же судьба, что и Анну. И Джейкоба, которые исчезли на прошлой неделе. Я знаю, что случается с теми, кого выводят на фабрику. Когда они взяли меня в ночной клуб вчера, я подслушал беседу нескольких фабричных рабочих. Согласно указаниям Винсента, управляющего фабрикой, они вскрывают подопытный мозг и извлекают из него какое-то вещество. Я не понимаю, как они называют это. Не помню. Все, что я могу сказать, это то, что Винсент дьявол. Нет, не только Винсент. Даже женщины и дети в этом городе относятся к нам не как к людям, а как к морским свинкам. Все люди в городе злые. Меня наверняка убьют, если я останусь здесь. Мы должны поторопиться и выполнить наш план побега. 9 октября. Время наступило. Я заметил, что люди Амбреллы были сильно встревожены в течение примерно недели или около этого. Ходили слухи, что произошел ужасный несчастный случай в лаборатории Амбреллы где-то в Америке. Все тюремные охранники теперь были заняты, собирая информацию относительно несчастного случая. Таким образом, контроль за нами был ослаблен. Мы с товарищами уже все подготовили. Стойкович и Энрикес должны были украсть ключи у охранника. Санхан и я будем действовать как приманка. Ёшикова и Филиппы отвечают за собранное оружие. 10 октября. Мы решили, это наш выход. План будет осуществлен в 11 часов вечера сегодня. Нас всего 20 человек, разделенных на две группы. Группа А и группа Б. Группа А войдет в коллектор через отверстие в вентиляционной камере, в то время как группа Б при помощи веревки спустится вниз под наблюдательной башней. Мы используем веревку, которой они связывали нас. Если мы потерпим неудачу, то Винсент, конечно, убьет нас. Но если мы останемся здесь, то Винсент прикажет, чтобы каждому из нас вскрыли череп в конечном счете. Мы мертвы в любом случае, но я предпочитаю умереть, пытаясь сбежать. Да, напомнил еще. Прочитая документ, что здесь происходит в этой тюрьме. Вот. Так, здесь у нас все пусто, да, по-моему? Больше ничего нету, да. Так, вот здесь сейчас ружье возьмем. С каким же скрипом эта дверь открылась. Так. Ах ты. Экс, отвалите. Ребята, не до вас сейчас. Ты еще живой, что ли? Отлично. Так, взяли ружье. Здорово. Пока его тратить не будем.
Так, ну и в прошлый раз мы спускались вниз там по лестнице. Сейчас тогда пойдем сюда. Так, а здесь у нас псина. Сразу забегали. Так, одна готова. Вторая. Ну какая живучая-то. Получи, успел я ее. И еще одна там бегает. Ага. Черт. Вот видите, стою на месте, и меня не трогает собака. Так. Еще где-то, да? Где-то слышу еще одну. А. Она в меня, что ли, уткнулась там? Ох ты, засранка. Так, ты меня уже достала, слышь? Да неужели? Такс. Здесь у нас ничего. Получается. Там есть трава. Так, лестница наверх, вот через башню. И здесь еще одна дверька. Вы открыли дверь. А, ну это понятно. Это обходная дверь. Да. Здесь мы взяли веревку. Да ладно, да ладно, да ладно. Бегом, бегом, бегом отсюда. Не ожидал я их здесь увидеть. Так, ну и вот, собственно говоря, спускаемся по веревке. Опа, тиранчик. Ну привет. Давай-ка с тобой сейчас разберемся. Не успел ты до меня дойти. Так, что ты мне дашь? Патрончики. Я слышу выстрелы. Слышу выстрелы. Так. Здесь у нас получается такая вот развилочка. Ну, так как мы идем против часовой стрелки, пойдемте сюда, на лестницу. Воу-воу-воу-воу! Ты еще живой, что ли? О, ты откуда появился? Эй-эй-эй-эй-эй! Ребята, вы кто такие? Я вас не звал. Так. Это, собственно... Как их зовут? Чистильщики.
сюда нам не подняться, да? Так, гранатки, гранатки, отлично. Зажигательные, отлично. Побольше бы кислотных. Получи. Ух ты! Ух ты, ух ты, ух ты! Да хорош, а? Ты спецназ. Опасно у нас опять. Опять опасно. Что за фигня? Такс. Что мы здесь имеем? Патроны для ружья. Кстати, заметили, да? Полноценных аптечек-то нам нету. Как на прошлой развилке-то были. Вы открыли дверь. Амбрелла. Так вот кем контролируется город. Происходит.